Так, начались у нас работы по, как это сказать, восстановлению палубы и вот этого вот всего безобразия. Дэн с утра все зачистил. О, мышь пришла с проверкой. Вот здесь у нас было место такое гниловатое, протекало. Сейчас мы подсушим и зальем это. А пока это все сушится и заливается, мы пойдем с детьми гулять, чтоб не мешать здесь, не мочить и не топтать, а то ходят, топчут. Да? В общем, мы продолжаем тут ремонтить нашу палубу. Не знаю, по мне так выглядит жидко. Тебе тряпку какую-нибудь дать, руки вытирать? Что ты намешал, расскажи. Стекловолокно, наполнитель в виде абсорбента. О, о, все, тепло, 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 тепло. Реакция пошла. Могу сказать, вот эту нам же отдали в Альмеримаре эти маринеры, да? Угу. Тогда. Как знали. Вот мы вот таких вот планочек нарежем. Угу. И начнем ими вот так вот выкладывать. Пам, 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 на что ты их будешь прибивать, приклеивать, Ну, я буду сначала как бы делать оп, потом делать два гвоздика. Угу. Можно будет четко все померить как надо. А здесь же была накладка другая, вот такая, вот как здесь. Мы ее потом сделаем. Шаркануть. Раз. А потом мы их это шлифанем. И лаком, маслом, чем-нибудь покроем, да? Да просто. Но только не краской белой. Ну, да. Так, ну вот это у нас нижняя. Всегда нужно пилить вот эти. А ничего, что это разные деревяшки? Или нет, это не тоже просто... Просто они почему-то цветом разные. Полежала в соленой воде. Старший матрос учит младшего матроса мыть посуду. Нянь. Только что-то нифига не получается. Фиаско. Мажу. Мажешь, это я вижу без тебя. Для рукожопов, кто не в теме, что делаешь? Ну, здесь вот защита. Это так барьер делается водяной, только мы дурачки, мы делаем его из полиэфирки, надо их посмотреть, ну, пойдет нормально, когда они щеброды. Что, у нас будет тематическое видео, как мы чиним палубу? С ума сойти. Плохо. Почему плохо? Что плохо? Раствора? Да. С другой стороны хорошо. С другой стороны плохо, с другой стороны хорошо. Да иду, я иду. О, еще кто-то под парусом идет к нам. Что надо? Вместе. А что вы там делаете? Нет, не надо. Мам. Иди ко мне. Мам, все. А вот как слезает настоящая крю? Настоящая крю? Хомуха чуть не убил меня. Ну вот, везде черная стика, а там будет белая. Че к чему? Ее не видно будет. Да. Напилены дощечки, чтобы навести красоту.
Жги. Во-первых, ты положил вот сюда новые дощечки. Ну да. То есть там все залили, все законопатили, сгерметизировали и прорезали паз для 290-го. Так вот зальем, шик-шик-шик, и будет как будто такие черненькие полосочки. Потом начнем наверх вести. Это ты сейчас, можно сказать, фундамент закладываешь для... Да. Так. Так, это мы мазнем здесь, чтобы уже здесь непонятно. А вот здесь вот эти все мазнем здесь. Все, а потом туда будем еще заливать. Так, поехали. Мне некогда понимать, я пытаюсь подлезть, снять так, чтобы ты меня при этом не укусил. Главное, чтобы там вот за тот кусочек, который торчит, никто не запнулся и не оторвал ее. А тут еще одна палочка. Пусть лежит. Что-то у тебя, по-моему, не хватает деревяшечек. Здесь вот это должно подняться вот так вот. А когда будет вклеивать, надо прокладывать такие маленькие проставочки. Как крестики для плиток. Да, и она вот здесь будет так вот. И последнюю нужно будет сразу как штрафовать. Там вся наша лодковая мощная упала, блядь. Все, крем на бок, все. Спасло, бах. Флайкетчер. Рыбки. Ага. Хороший у них там риф. Вообще, это самое. Да вот уже, вот точно. Плавает. Щука, смотрите, щука маленькая. Какой у нее был что-то. Бушприт красивый. А мне интересно ее мачты. А, смотри, мачты привязаны к берегу. Обе причем, да? Да. Они туда протягивают. Охренеть. Они ее вытаскивали. А вот там она как узнает. А, да. Видишь, у нее она была. Точно, она была, короче, да. Она сейчас, получается, на киле стоит вообще. Потому что она, представь, своими мачтами все вот это загораживала. Ну да, она могла как бы, ну, на соседнюю лодку. Нас папа делает клей из какао. Да. Дети у нас бедные, несчастные, не пьют какао, зато папа на какао. Берем какао, добавляем клей в эпоксидку. Размешиваем хорошенько. Вот. Оригинальное какао. Да, добавляем отвердитель. Размешиваем. А ты сокрушаешься, что тебе не дают какао, а какао в клей все ушло. Что за история с рыбачением на деньги? Так это вчера? Скажи. Вчера я нашел там в одном месте, куда мы ездим за интернетом, куча денег между досками.
Просто дофига. Потом? Да, объясни, что приходит официант, носит сдачу. Сдачу роняют, и падает она. Да, там. Ну да. Так это происходит. Не просто две доски. Вот так доски лежат, между ними щелочки. Да, падают монеты. Вчера я насобирал долларов, центов, опять центов. Ну еще там остались монеты, потому что они не магнитятся. А рыбачили мы на магнит. Сейчас я их сижу, чищу от ржавчины. Вот монетку уже очистил одну. DreamWorks Pictures представляет. Мне нечего сказать в кои-то веки. Потому что уже все надоело отъехать. Hobart Made in USA. 115 вольт, однофазный. Продолжительного действия, скорость 1700 оборотов, четверть лошадиной силы, 4,3 ампера, серийный номер. Машина ты становилась. Ух ты какая. Вообще. Вот такую вот стенку мы выложили. Она не шлифованная, соответственно. Мы сейчас ее будем. Здесь я уже подрезал. Просто скучно было, потому что здесь мы тоже будем паз выбирать потом вот такой машиной. Вот такой машиной. Это, кто знает, как называется, напомните, потому что я не хочу сейчас вспоминать. Вообще башка не варит ничего от этой карибской линии. Все, сейчас мы шлифанем эту, она уже на эпоксидке сидит. Сика промазана. Сейчас шлифанем, и будет просто ровная, красивая стенка. Я сижу на эпоксидке. Твое мнение? Красоту навел, вон какую, мне очень нравится. Да. Лучше, чем вот. Вот проголосуйте, пожалуйста, в комментариях. Цифра 1 вам больше нравится или цифра 2, вот как было, белая, вот такая стенка. Вот я за цифру 1, очень круто вообще. Прям так сразу как-то уютно, что ли. Вот это как больничные стены, палаты, а это загородный домик такой. Папа приехал Вака, и папа проверяет его мотор, потому что когда они ездили рыбачить туда за мыс, у них он просто сбрасывал скорость и опять поднимал. You wanna go fishing? Oh no, you shouldn't. No, no, don't. It's not gonna be crap. Thomas, okay? See? Yeah, I know. Now this? Sound. Yeah, I know how it works. Денчик поехал троллить в предзакатное время. Может, какую туну поймает. Добытчик возвращается из моря и везет. Что это такое, я не пойму. Голова? Я поймал какую рыбу. Но у нас ее съели быстрее, чем мы. Ее откусили, что ли? Ее кто-то еще большой съел. Жесть. Но это был просто карась, да, который вот, ну, большой. Это какой-то карась, да, неважно. Вот. Но пока я его вытаскивал, его сожрали. Ты, видимо, очень медленно вытаскивал. Карибская лень тебя победила. На пару с кем-то очень большим. Спасибо.
Окей, мы им здесь имеем черный национализм, потом brotherhood, accept your own, be yourself, и что мы имеем? White supremacy must be destroyed.